Последнее и уже холодное воскресенье осени отмечается теплый международный праздник – День матери. Самых важных женщин в жизни каждого человека 28 ноября поздравили и в Десногорске. Цветы, открытки, теплые слова и внимание дарили в этот день всем женщинам города. Акция «Поздравь маму», благодаря которой пасмурный день наполнился улыбками, была организована председателем комитета солдатских матерей Валентиной Рожковой. К ней присоединились члены волонтерского штаба и юнармейцы. Хочется поздравить всех мам, пожелать им здоровья, чтобы эти цветы радовали их. А радость – это жизнь. Каждая мама дает ребенку жизнь. Хочется, чтобы наше поколение молодое было здоровым. Поэтому всем здоровья и спасибо мамочкам. С праздником вас! Праздник появился не так давно, ему чуть больше 20 лет. Но говорить мамам и бабушкам спасибо стало любимой традицией не только в России. Считается, что материнство – самая трудная работа, а должность матери – пожизненная. И лучшая плата за их старания – внимание, любовь и забота, в ответ на которую они расцветают. Ну, спасибо всем, кто организовал такое приятное поздравление. Спасибо! С праздником и вас! Спасибо, мои хорошие! Спасибо большое! Участники акции также навестили ветерана Великой Отечественной войны Октябрину Кононенко. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.